Всем привет! Сейчас я расскажу о том, как вводить чит-коды в игре Герои. Для начала выберем нужный формат карты. Затем нажимаем Tab и вводим код. Проверяем. Рыцари в комплекте. Вводим еще один. И у нас полный замок. Весь список кодов ты найдешь под нашим видео в текстовом документе. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!